Правительством Орловской области мне доверено зарегистрировать брак Типикина Алексея Геннадьевича Алдошиной Лидии. Перед началом государственной регистрации брака необходимо знать, является ли ваше желание вступить в брак взаимным, искренним и свободным. Прошу ответить интересно. Да. Жизнь. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Я приглашаю вас поставить подписи в записи акта о регистрации брака. Прошу вдвоем подойдите к столу. Уважаемые супруги, поздравствуйте с Богом!